закончилась пара, и мы пришли кушать Subway. Мы уже заказали. У меня номер 105. Мадина 104. Саша. Саша. У тебя почему такой большой номер? В смысле? 108. Потому что я с другого брала. Ты что себе там набрала? Ёп. И мы вообще в конце, можешь нам пойти сидеть и ждать? Так нельзя? А потом как пойдем? Нет. Это мое. Вот это мое. Он что-то брал. А, и вот это мое. Короче, стоим, и пришел мой друг с одной парой. Ну? Я... Но он из Ангугова? Не. Блог. Окей. Ютубер. Так смотрит на меня, как будто меня не знает. Получил, вон мы получили Subway. И доктор Пеппер я взял. Давай, делай обзор. У тебя что за этот? Я не помню. Почему ты не помнишь? Ну как? Лаваш покажу. Блин, тебе нельзя заниматься обзором. Лаваш покажу. Для меня обзор, это будет банк. Я жду эмоций. Можно? Это сейл Эгл Майл. Вот так, чуть пониже опусти. Слишком низко. О, слишком. А это что? А так не видно? Ну вдруг подписчики подумают, что это чай. Американо. Американо? Ну что ты, блин, сделал? Ты это сделала? Все, да это он вот так вот. Сломали мой бургер. Сломали мой бургер. Потому что кто так открывает? Все. Ку-ку, поехала. Ой, блядь. Это Максим, он с Уральска. Давай, давай. Ты слишком палевно снимаешь, я его заметил, не хочешь на камере что-то говорить. Ну, сейчас человек кушает. И мне тоже. Больше мне не играю. Слай? В смысле, послай? Сразу в первой игре за слай тебя отправил? Я... Потому что я не знала, что там есть чат. Я вообще... Это давно было. Я не знала, что там есть чат и голосовой чат. И как открывать чат, я тоже не знала. А там же типа на мид, налево, направо надо идти. Я пошла на мид. А мне, оказывается, писали, можно я с другом на мид пойду. Я пошла на мид, и он не смог туда. Я не знала, как включать чат. Потом я услышу, там этот, в голосовом чате меня матерят. А я рядом с мамой сижу. По итогу я вышла, меня забанили. Забанили? Мама на то, что тебя матерят в игре. Я так вырубила друг. Харстоун? Харстоун интересен, но он мне когда говорит, надо вот так делать, поэтому не объясняет нифига, и у него сразу куча гоблинов или что это такое. Блин, прикольно в карточке играть. Реакция. Мы мерзнем. У тебя сколько лет? Попробуй. А, то тут хуй, откуда ты знал? Ты уже знал, что ли? Ты серьезно? А ты нифига себе. Лаки панч. От кого ты прячешься? Расскажи на камеру, пожалуйста. Ты что, говори, какая я сука, что ли? Да ладно, расскажи, прикольно же, блин. Мы, прикольного. Мы убегаем. Мы же убегаем, это целый сериал. Если мы сейчас выйдем, и там будет то наришка. Мы просто поздороваемся и пойдем дальше. Скажем, что у нас пара. Да, это расписание, скорее всего. Как это страшно, да?
Ну, я скажу тогда то, что... У нее пары. У нее пары. У меня пары, нам надо идти. А вот, кстати, мы встали, и Катя пришла. Ты ее видела? На твое место прям как раз села. Нет, а что она не позорила? Не знаю. Я вообще не... Блин, холодно. А, тут, короче, проходит ивент. Сейчас я сейчас вам покажу. А где? Ну, тут. Пожалуйста, спасибо тебе. Спалили. Пойдем со мной. Пожалуйста, пойдем со мной, снимешь. Она боится этих христиан. Господи, что, почему ты резко назад отошел? Что это тебя отпугнуло? Ясно. О, можно взять у них копан. Это, короче... Иди возьми. О, щук... Щукриме. Wow, Korean in there. Korean in there. Great. Jesus loves cream. Oh, thank you. 여기 ice tea. 아, 괜찮습니다. 감사합니다. 왜 이렇게 이 тут ивенты? Да, тебе. Тебе когда-нибудь Исуним дарил? Я просто снова покупаю. Мне не понравилось. У меня такой день, блядь, меня аж не видно. Сегодня такой день, когда у нас в университете зазывают на разные тонари, и в честь этого поставили, короче, разные фудтреки, разрешили ставить. Вот тут и непонятно, что это такое. Мороженое. Барбекю, кочи. Чампай. И, судя, ну, самая большая очередь. На каком велике? Вот. Видал? Блин, подожди, я запутался, куда идти? Не, пошли, Дим, на каком велике? Вон велик, Икарус, вон. Я не вижу, подожди. И чё? То есть с Иисусом сфоткаться классно, а на велике покататься не очень? Конечно. Где Иисус и где велик? Две сопоставляемые. Как это? Как сказать? Сопоставимые вещи. Две несопоставимые. Как? Совместимые? Нет, сопоставлять. Блин, почему так сложно? Так, не, ну вот тут-то я был. Давай, а мамсач где? Там-то где? Это мамсач, что ли? Да повернись! Ага! Нифига! Блин, а я даже... Я вот сюда все время ходил и даже не замечал, что за мамсач есть. О, блин, у тебя тоже... Вау, вообще у вас это классно! Прикольно, можно... Стулья прозрачные. Расскажите, как вы поступили в наш университет.